27 октября на территории дизайн-завода «Флакон» прошел благотворительный фестиваль «Тыквы и коты». Мне кажется, что такие мероприятия нужно проводить для того, чтобы такие вот замечательные животные находили свою семью. Организатор фестиваля, фонд помощи бездомным животным «Рэй», привез на фестиваль 50 котов, кошек и котят, ищущих новый дом, а тыква стала символом осени и времени сбора урожая. Каждый из гостей фестиваля смог познакомиться, поиграть и даже забрать домой полюбившегося пушистого любимца. То есть здесь у нас полный комплекс. Можно прийти, взять кота, узнать, что с ним делать, приобрести ему очень много всяких полезных штук и уехать домой счастливыми. Неравнодушные москвичи приняли участие в благотворительной акции по сбору корма, игрушек и подарков для котов из приютов, послушали лекции ветеринаров и зоопсихологов о том, как правильно ухаживать и общаться с усатыми-полосатыми, а также побывали на мастер-классах по изготовлению когтеточек и домиков для кошек. Здесь есть замечательные лекторы, которые рассказывают, как обходиться с ними. То есть ты уходишь с этого мероприятия не только с котом, но еще и с какой-то базовой подготовкой. Осенний фестиваль, посвященный творческому отношению к тыкве и любви к кошкам, подарил дом множеству котиков, а их новым хозяевам он помог обрести ласковых друзей.